Гульнас говорит: добрый вечер, Ирина, у нас свадьба осенью в коттедже, а-ля база отдыха на 2 дня. Сейчас решаем вопрос транспорта, как удобнее и лучше будет привезти гостей, заказать автобус или такси. В случае с коттеджем, если гости приезжают реально на 2 дня, то лучше заказать автобус, чтобы автобус приехал, всех привез и уехал. Опять же, почему? Штука в том, что многие коттеджи, они дают просто, ну, они там могут дать адрес. Вот у нас тоже были ситуации такие, знаете, коттедж дает адрес. Ты забиваешь этот адрес в навигаторе и едешь спокойно по этому адресу. Выясняете, что деревня разделяется на 2 части. Одна часть с одной стороны реки, другая часть с другой стороны реки. И штука в том, что этот адрес есть как с одной стороны реки, так и с другой стороны реки. И куда ты приедешь, не совсем понятно. И у нас был такой момент, что мы ездили с ребятами смотреть коттеджи, и мы сначала уехали не туда, не в ту часть деревни, потом вернулись туда, куда нужно. Поэтому лучше, конечно, всех собрать, чтобы все в единый автобус сели, приехали на этом едином автобусе, их привезли в этот коттедж, чтобы не было никаких проблем с поиском, потому что, особенно если вы сами организовываете, и встречать там некому, чтобы вы там не бегали, как сайгак в свадебном платье, не встречали гостей, которые и там не отвечали каждую секунду на телефонные звонки от гостей, которые понятия не имеют, где находится эта там деревня Тутуева, улица Лесная, дом 35, корпус 5, и так далее. Поле такое-то. Да, поэтому лучше все-таки, чтобы это был автобус. Если это обычный ресторан, то здесь ничего критичного нет, если гости просто сами приедут на такси.